Вот это 24 апреля я снимал. Брюссельская капуста. После чеснока посадили, и она не успела созреть. 11 мая стрелки и стрелы попускал. Сейчас мы с вами будем принимать метеор на ноутбук SF-19 и на SDR V3. На SDR V3, да. Антенна у нас будет квадрифиляр. Как она делалась, будут ссылки в описании. Как мы делали ревизию, будут ссылки в описании. Ну, в общем, по поводу нее все будет в описании. А как принимается метеор? Будет плейлист целый, там со всеми нюансами, со всякими приемами, со всякими плюшками, фишками. В общем, все подробно будет в плейлисте. Ну что ж, поехали. Пробуем принять метеор первый. Вот такой прекрасный снимок мы получили. Мое местоположение. Где-то в этом районе. Но у меня небо чистое, я вам сейчас все покажу. Наверное, все это прошло возле меня. Хотя, по идее, где-то вот здесь. Может, оно сейчас придет. Надо ново принять, чтобы посмотреть, куда пойдет. На ухо похоже. Смотрите, какое ухо мы приняли. Это вечерний снимок, но он очень качественный, очень хороший, очень хорошо обработался. Ну вот метеор М2 еще работает. После полученного уха мне стало интересно, а где это оно, где мы тут находимся. Получается, его надо было перевернуть, вот Черное море, то есть приняли мы его вот так, да, его надо было перевернуть, вот у нас Черное море, вот так, по-моему, правильно,
И вот где мы находимся, вот в этом районе. Вот тут Киев. То есть, да, тут чистое небо. Я просто смотрю чистое небо и не понял. Получается, к нам, скорее всего, идет вот это. Ну и, соответственно, пришлось принять Ноа, чтобы посмотреть, что у нас получается. Первый Ноа был не особо информативен, потому что здесь вообще этого уха не было. Так. И самый последний, Ноа 18, получается, нам его показал. Но опять же, самого движения, куда оно уходит, нету. Так что пока находится в нашем районе. Либо сюда идет, непонятно. Но будем посмотреть. Вот на этих фотографиях, которые я принял до, по-моему, самые первые, здесь вообще ухо только кусочек. И непонятно, то ли это уже ухо разложилось, то ли еще не успело сложиться. Оказывается, просто мы не захватили. Тут тоже, смотрите, какая красивая фотка. Вот оно. Кусочек только его. Но смотрите, если смотреть, например, по вот этой вот фотографии, сейчас я покажу. Вот по этой фотографии смотреть, да, то есть получается вот наше местоположение и вот где облако. Так, и здесь у нас, ну, не особо, скажем так, не особо, но, по-моему, оно сюда идет, в эту сторону. То есть это что у нас будет, это туча? Короче, непонятно. Непонятно. Самое лучшее — это принимать анимацию. По анимации все сразу видно. Ладно. Планшет. Точнее, ноутбук. Ноутбук хорошо справляется с поставленной задачей. Хорошо принимает метеор. Хорошо принимает, но буду юзать. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите хорошие комментарии. Заходите в другие ролики, также ставьте лайки и пишите хорошие комментарии. Пока-пока. Нашел, как изменять частоту правой и левой кнопкой мыши. Прикольно. Приехал на дачу с ноутбуком. Хочу попробовать радиолюбителей послушать. Хочу попробовать принять метеоспутники, метеофаксы. У меня вот такая рация есть. Надо по ней обзорчик снять, я еще не снимал. И вот такой фонарик. Это все из НАЗа летчиков. Ну, это такое у меня для антуража, типа, видите, оборванный провод. Но у меня есть такие рации, полный комплект. Правда, батарейки уже сдохли. Батарейки надо будет перепаивать. Ну, для ролика, я думаю, можно будет что-то придумать. Они простецкие, и пользоваться ими нельзя. Их можно перестроить на другой диапазон. Ну, и так, для ролика показать, я думаю, будет хорошо.